Хочу показать вам наши красоты. И, конечно, этот кусочек пойдет какое-нибудь дополнение к нашему видео о наших замечательных находках. Но посмотрите, нельзя было не снять. Посмотрите, как же это красиво. У нас просто весна. А плюс 4 градуса сегодня, после того, как ночью был немножко небольшой морозец. А перед этим неделя стояла плюс 15. Из-за того, что были такие весенние проливные дожди, то наш майн разлился. Причем есть опасения, что повторится позапрошлое наводнение. Вот если видно вам, вот здесь был пирс. Он уходил вглубь примерно где-то, может быть, 1,5 метра. Можно было посидеть на нем. Сейчас его нет, он затоплен. То есть вода поднялась очень-очень высоко. То есть она вышла из берегов. Ну, это невероятно красиво. У нас уже вечереет. Сейчас примерно где-то 4 часа вечера. И вот такой вот огромный, большой майн показывает свою силу. Ну и вот так очень пейзажно, скажем так, что я не могла не снять. Сейчас проеду до нашей дачи, чтобы посмотреть, не затопил ли наш пирс там и не соединилось ли вот это озеро наше с майном. Если соединилось, то, конечно, все, нашего пирса тоже нет. А там стоит у нас такая скамеечка. Ну, я должна ее убрать. Сейчас проеду и посмотрю. На нашей даче не очень живописно, поэтому снимать не буду. Покажу вам только наши вот красоты. Вот видите, куда же прошло все. Алло! Прошел майн. Очень красивое небо. Хотел проехать отсюда, но не получится. Придется выезжать вот туда. Наша деревня там стоит. Конечно, прекрасно. Вот так уже садится солнце. Бегают люди. С понедельника я опять возобновляю спорт, занятия спортом. И тогда уже думаю, что приведу себя в порядок. Ну, давайте проедем дальше и посмотрим, что же у нас там. Ну что, я вот на этом берегу, на обратной стороне нашей дачи. Вот там стоит, где белая скамеечка. Сейчас я вам приближу. Видите, уже вот солнце сюда не выпадает. И, конечно же, уже темновато. Поднялась вода, но незначительно, пирс не затоплен. Вот, поэтому сегодня я ничего делать не буду. Возможно, и сейчас объеду и подниму эту скамейку. Значит, озеро не соединилось. Вот там есть такой перешеек, сейчас я вам покажу. Вот так мы сейчас проедем по этой дороге. И вот там как раз то место... Такая ложбинка, откуда вытекает майн и попадает в наше озеро. Ну, а соответственно, уже и рыба вся, которая обитает в озерах, она пытается, не знаю, найти какие-то пути и в результате попадает на поля. Ну, вот так, поехали дальше. Ну, вот видите, так оно и есть. Майн сейчас вышел из берегов. И по вот этой ложбинке он протекает через наше озеро, которое выхода не имеет. То есть, естественно, это будет наводнение. Сейчас проеду через эту вот лужу, через этот ручей и пойду убирать нашу скамейку, потому что, возможно, она может и уплыть. Поэтому вот как-то так. Наводнение, я думаю, что все-таки не избежать. А здесь я не проеду. Вот здесь, видите, поставили заграждение, потому что там упала ветка, и это опасно. Буду объезжать. У нас Рождество.
Рождество не католическое, а ортодокс. То есть мы отмечаем его дважды. И вот перед храмом нашей деревни, смотрите, как они украсили такое вот рождение Иисуса. Здесь уже прошло крещение, кстати, оно совпадает с нашим Рождеством. Вот это наша старинная церковь. И вот посмотрите, Хуберт. У нас идет снег, а Хуберт идет в футболке. Crazy man. Он и якой. Он говорит, мне говорит, тепло. У нас снег такой красивый идет, камера не передает. Он говорит, он всегда смеется, говорит, ты же из России, говорит. И я, посмотрите, в какой шубейке, а Хуберт в футболке. Ну, в общем, вот так. Я, такой старый, прям домик стоит. Добрый день, друзья. Добрый день, genau. Я. Мы получили два пакета, то есть две посылки, и должны через полчаса выехать в город Вюрцбург к Феликсу, к старшему сыну, и поэтому сейчас быстренько открою вместе с вами. О, ну посмотрите, я так не люблю, когда лазят по столам. Но вот без него никак. Учим, но никак. Учим. Lernen, diese Katze. Muss lernen. Deswegen habe ich auch großes Messer dieses Mal. Nein, Messer. Das ist. Okay. Ja, wir haben. Да, Хуберт не знает, это заказала я. Ну, мы сейчас посмотрим. Просил упаковать очень хорошо, но вот Хуберт закрыл, так интригу держит. Хорошо. Was ist das? Papier. Papier. Super Papier, das habe ich gekauft. Oh. Ja. Oh. Das ist schön. Sehr schön. Посмотрите, я когда увидела... Пастушь? Да, я. Когда я увидела это чудо... О. По-моему, это кронах, это... А здесь же кронах? Все ручная работа, я... Очень красивая. Дай бог, чтобы все было целое. Шаубах. Шаубах? А, да. Шаубах кунст. Да. Шаубах. Ну, это точно чашечка довоенная. Mit richtig grobem Aufdruck, ne? Да, это ручная работа, sehr друзья. Fertig. Fertig? Да, нет, нет, нет. Ну, zwei Teile. Richtig? Да, я. Ну, das machen wir später, sonst raschelt das wieder. Пока я откладывала чашечку, Хуберт уже приступил. Пока он разрезает картон, я покажу вам наше приобретение. Махнет. Посмотрите, да. Мы купили в доме, где купили антикварную мебель, должны скоро привезти, конечно же, будет и видео. Посмотрите, какие старинные, по-моему, это либо граффити, либо графика, либо литография. Это 19 век, а может быть даже 18. В общем, вот такая вот красота. Это картина. Да, извиняется. Но это еще не все. Сейчас я обойду стол. Покажу вам поближе. Мне кажется, что вот это тоже литография. Очень красиво. Все, Хуберт расправляется с посылкой. И вещь хорошая, но не знала, как дошло. Ну, как есть, так и есть. О, это вот такое цветочки такие весенние, красивые. Что-то написали. Они любят писать письма. От всего сердца нас благодарят. Блюме. Да. А вы мих? Натюрли. Я
Пирашин тебе jetzt ein bisschen. Du hast wieder eingekauft, hast nichts gesagt. Natürlich, das ist Überraschung, Kobi, für dich. Meine Frau überrascht mich. Das ist eine Überraschung, meine Frau. Да. Nicht überrascht mich, sondern meine Frau ist eine Überraschung. Моя, говорит, Фрау, есть, моя жена, говорит, есть сюрприз полный. Ну, в общем, сюрприз, я. Сюрприз, сюрприз, уберашунг, да, с айнворте. Абсолютно. Уберашунг – это сюрприз. Das ist... Das kenne ich doch von irgendwo. Das habe ich doch schon gesehen. Name? Kenne ich den? Ja, ne? Natürlich. Это фарфор с галиваника серебра. Очень хорошая вещь, но я думаю, что-то поломанное уже. О-о. Что же? Блин, думаешь? Думаю, капот. Я. Вот так вот. Видите? Da fehlt noch ein kleines Stück, sonst könnte man vielleicht noch reparieren, aber ja, da drin ist noch ein kleines Stück. Okay. Aber ist nicht schlecht verpackt, aber... Ja, ja. Я не могу сказать, что да, плохо упакованное, но... Jetzt müssen wir halt hoffen, dass вот так вот. Хобарт рассказывает, что раньше в Германии посылки на самом деле их холили-лилеяли. Wir werden sehen, was ist. Да, вот прям вот... А сейчас, конечно, работают в основном люди приезжие по контракту. И им все равно, конечно, люди устают. Понятно, но отношение... Отношение к работе уже, конечно, не такое педантное, как у коренных было немцев. Nein, das ist anderes, Hubert, diese. Ein bisschen, das ist aber Tee, ne? Ja. Ein Kaffee. Ну, спасибо, хоть. Das ist Tee. Для чайник для чая. Ja, das ist Tee. Не знаю, посмотрим, может быть и. Остальное пришло целое. Очень хорошая мануфактура. Это первая половина 20 века. Гальваника серебра. Да, супер. Немного есть сход, но пытались, наверное, чистить. Melatin. Kann das sein? Volkstedt? Mhm. Manufaktur Volkstedt? Das ist das, was ich jetzt so denke. Смотрите, сахарница прям в прекрасном состоянии. Но крышечка, тем не менее, либо это помылось в посудомоечной машине. Ну, вот придется вот этот вот кофейник у нас пойдет в музей. So, jetzt kann ich lesen. Это вот такой вот Vollstedt. Подносик, Wie да. Gesagt, подносик. Vollstedt. Вот такой вот. Был нанесен еще такой вот рисунок. Видите, но рисунок не сохранился везде. Поэтому... Сейчас уберем вот это вот сюда. Ау, капут. Aber von Haus aus. Es ist geklebt. Also nicht kaputt, aber hat Riss. Да. Aber das ist halt alles bedingt auch manchmal, dass etwas einen Riss hat. Das ist halt bei dem Alter. Ach, das ist für да. Licht. Это вот подставочка такая, чтобы чайник не остывал. Туда ставится такая свеч, подсвечник. Ja, das ist durch die Wärme. Schau, das ну, ist это вот, durch die Wärme. Да, да, also, они прислали. Das ist normal. Das ist заклеено, ganz normal. Но это, наверное, скорее всего, вот будет у нас стоять в музее. Уже очень сильно, конечно, потрепано и тоже разбито. Einmal alleine reicht nicht. Einmal alleine reicht nicht. Keine Ahnung. Das ist auch zu viel in einem. Da muss man einfach zwei Pakete machen. Das liegt nicht.
Ja, das hilft gar nichts. Da braucht man zwei Pakete und fertig. Все, друзья, прекращаю видео, расстроилась. Ну что, друзья, у нас идет снег, как раз на наше Рождество. У меня, знаете, мне так смешно, что у меня, я отмечаю даже Навруз, 21 марта, я отмечаю этот праздник. То есть я отмечаю католическое Рождество, я отмечаю наше Рождество, я отмечаю Навруз. Вот так ко мне все это сидит. С годами все это окрепло во мне, залегло, так скажем. Поэтому мне, конечно, радостно от этого. Мы даже... Сейчас они уже наши друзья. Это одна из моих подписчиц. Они живут в Берлине, Лида. Она подарила нам тюбетейки. И когда вот Навруз мы одеваем, я готовлю что-то из восточного. Ну вот... Как-то так. А сейчас мы едем в Вюрцбург, и я сниму там видео, еще закончу. Ой, ну что, мы на месте. И немного... Я, конечно, расстроилась, но тем не менее, это всего лишь фарфор, поэтому успокоилась, и мы вот приехали к Феликсу. И я хочу вам показать, какой здесь у них вид шикарный. Во-первых, сам дом, он весь такие витражные стекла. Он как дом-студия. И вот на такой высоте находится. Снега, как ни странно, нету. Мы думали, здесь будет очень много снега. И посмотрите, у нас уже такие большие почки. Я думаю, что это гортензия. Представляете, это я вот отражаюсь в стекле. А это вот японское такое дерево. Очень-очень красивое. Оно красного цвета. Очень шикарное. Друзья, ну на этом, наверное, все. Теперь попрощаюсь с вами. Всем мира и добра. И пока-пока. Чусь!